Алексей Текслер распорядился помочь оставленному без присмотра бурому медведю. Животное бросили умирать на трассе между Бакалом и Саткой. Напомним, медведь по кличке Малыш живет в придорожном кафе уже 13-й год. Бывший хозяин заведения умер, а наследники, видимо, продали бизнес вместе с косолапым. Но новому владельцу медведь тоже не нужен. Валерий, грязь, нечистоты. Кормят его компикормом. Кошмар. Эти кадры сделали зоозащитники. Они ежедневно приносили ему корм и воду. И вот Алексей Текслер распорядился помочь брошенному в клетке медведю. Тем временем Мишку осмотрели ветеринары. Никаких заболеваний не выявили. В планах теперь отремонтировать клетку и сделать дополнительную защиту от хулиганов.